Я связала 21 ряд. В следующем ряду, 22, мы начинаем делать с вами убавление. Итак, вяжем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. Делаем два убавления. Захватываем переднюю стеночку одной петельки, переднюю стенку второй и вяжем столбик без накида. Еще одно убавление. Передняя стеночка 1, 2 и столбик без накида. И до конца ряда 40 столбиков без накида. Их вы провяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Следующий ряд, 22-23, вяжем без убавлений. 58 столбиков без накида. Этот ряд вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Двадцать третий ряд я связала, 58 столбиков у нас с вами в рядочке, и в следующем 24 ряду вяжем 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Два убавления. Первое и второе. И 39 столбиков без накида до конца ряда. Этот ряд до конца вы довяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. 25 ряд. Вяжем 56 столбиков без накида в ряду, то есть по одному столбику в каждую петельку. В этом ряду мы убавления не делаем. 25 ряд продолжайте самостоятельно и возвращайтесь ко мне. 25 ряд я связала. В рядочке у нас 56 петелек, и в следующем ряду мы начинаем с того, что делаем одну петлю смещения, то есть просто провязываем столбик без накида, его никуда не считаем. И теперь прокладываем контрастную нить между рядами и немножечко сместим начало ряда нашего. Итак, теперь вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Делаем одно убавление. Дальше вяжем 24 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый.
21, 22, 23 и 24. Еще один столбик без накида. И делаем 2 убавления. Первое и второе. И 11 столбиков без накида до конца этого ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11. В следующем 27 ряду мы с вами вяжем 54 столбика без накида в рядочке, то есть по одному столбику в каждую петельку. В следующем ряду, в 27, мы с вами вяжем 53 столбика без накида в ряду, то есть по одному столбику без накида в каждую петельку. Этот ряд вы сделаете самостоятельно и возвращайтесь ко мне. В 28 ряду вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 13 и 14. Убавление. Двадцать три столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Делаем 2 убавления. Первое и второе. И 10 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. В следующем ряду, 29, мы вяжем 50 столбиков без накида по одному столбику в каждую петельку. Этот ряд вы свяжете самостоятельно и возвращайтесь ко мне. В следующем ряду, 30, вяжем 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Делаем 1 убавление. Дальше вяжем 23 столбика без накида. Первый, второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий. Делаем одно убавление. И столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. В следующем 31 ряду вяжем 37 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой. Делаем одно убавление. И столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. В следующем ряду, 32-м, вяжем 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Делаем одно убавление. Дальше вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый,
и 22. Делаем одно убавление и столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. В следующем ряду, 33-м, вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Делаем одно убавление и столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Следующий ряд у нас 34. И здесь мы вяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Убавление. Дальше столбики без накидов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, 17, 18, 19, 20. 21 и 22 столбики вместе. То есть 20 столбиков без накида, одно убавление. И столбики до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Следующий ряд у нас 35. Вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Убавление. И столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В следующем ряду вяжем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Делаем одно убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. Убавление. И до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Мы с вами связали 36 ряд, в рядочке 39 петелек. В следующем ряду вяжем столбики без накида и делаем одно убавление внизу. Первое, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый. И делаем одно убавление. И до конца ряда столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой.
Следующий ряд у нас 38 и делаем в нем два убавления. Одно вверху, другое внизу. Вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Делаем одно убавление. И дальше снова столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, 18 вместе, то есть 16 столбиков и одно убавление. И до конца ряда столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Мы с вами связали 38 ряд, в рядочке 36 петелек. В следующем ряду делаем одно убавление снизу. Вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, 29 столбик. Делаем одно убавление и столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. В следующем ряду, в 40-м, делаем два убавления. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Убавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый,
13, 14, 15, 16, убавление. И до конца ряда 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Следующий ряд 41. Сейчас у нас с вами 33 петельки в ряду. В следующем ряду вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, убавление. И до конца ряда столбики без накида. Первый, второй, третий и четвертый. 42 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, убавление и 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. В рядочке у нас с вами осталось 30 петелек, и в следующем ряду вяжем 2 убавления. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, убавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, убавление. И 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй и третий. 28 петелек в ряду, и начинаем вязать 44 ряд.
первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, убавление, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, убавление и три столбика до конца ряда. Первый, второй и третий. 26 петелек в ряду и переходим к 45 ряду. Также 2 убавления. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, убавление и 2 столбика до конца ряда. 24 петельки в ряду и переходим к 46 ряду. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, убавление и 2 столбика до конца ряда. 22 петельки у нас с вами осталось в рядочке и начинаем вязать 47 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, убавление, и один столбик до конца ряда. 20 петелек у нас с вами в ряду и в 48 ряду вяжем. Первый столбик, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Убавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой. Убавление. И один столбик до конца ряда. В 49-м рядочке вяжем. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Убавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и убавление. И последний рядочек у нас с вами. Мы сейчас будем связывать обе детальки. Для этого делаем одну петлю смещения. Просто провязываем петельку, первую петельку следующего ряда. Теперь заводим крючок в следующую петельку за петлей смещения и предыдущую переднюю петлю. И вяжем столбик без накида. Следующие две петельки также связываем вместе столбиком без накида. Следующие две петельки связываем вместе. Следующие две петельки вместе. Следующие две петельки вместе. Следующие. Последние две петельки вместе. И заводим крючок в боковую петлю. Она у нас одна непровязанная осталась. И вяжем соединительный столбик. Нити вытягиваем. У меня как раз ушел целый моточек пряжи Yarnart Baby на вот эту заготовочку нашей рыбки. Ниточку вот эту можно обрезать сейчас, можно чуть позже. Это уже остается на ваше усмотрение. В туловище мы добавляем наполнитель. И на этом наш с вами видеоурок заканчивается. Я надеюсь, что вам здесь было все понятно. Если какие-то вопросы у вас возникают, обязательно пишите в комментариях, делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока-пока. До новых встреч.